LG K8. Сегодня у меня на ремонте кодовое название телефона LG M200N. Вот так вот расхераченный, достаточно сильно дисплей. Также не работает помимо стекла. Заказывал все на Али, потому что у нас не нашел на радиорынке. Пришлось заказать с Али. Довольно неплохое качество пришло. Я тут его уже проверил, распечатал. Прислали дисплей. Это пластик. Ну, тут написано, чтобы не снимали пленку. До того, как проверишь телефон. Кому интересно, ссылку могу оставить. Не первый раз заказываю этого продавца. Качество, еще раз повторюсь, хорошее. Вот, также к дисплею прислали защитное стекло, инструмент, которым занимается ремонтом, конечно же, никто не пользуется, у меня их уже целый мешок, если все собрать. Ну, тем не менее, приятно. Давайте проверим дисплейный модуль. Включаем. Качество хорошее. Дисплей тач реагирует нормально, быстро, достаточно чувствительный. Вот. Заказал с рамкой, как видите. Можно заказать без рамки, он будет немного дешевле, но совсем незначительно. Советую заказывать с рамкой. Там разница в цене, по-моему, около 2 или 3 евро. Поэтому лучше, конечно, заказать уже с рамкой приклеенной. Включаем. Так, у нас сидится батарея на камере. Сейчас подключим к источнику питания. Выключили телефон. Давайте все перенесем. Разбитого дисплея на новый. Печать завода. Уберем ее еще. В принципе, это нет необходимости переносить вот эту ерунду, этот пластик, который наклеен. Не будем заниматься ерундой.
Переносим разъем наушников. Основной микрофон. Попробуем снять прокладку под виброзвонок и нижний динамик. Нормально, почти не деформировалось. Контакты нижнего динамика. Аккуратно снимаем верхний динамик. Казалось, что там защитное покрытие, его нет. Прокладки системной платы, не знаю, если получится снять их тоже. Они поролоновые у нас должны. Отклеится нормально.
Прокладка камеры передней тоже такая. Очень тонкая. Ну и, конечно же, кнопка. Регулировки звука. Спалил наклейку с названием. Так. Чуть не забыл резинку датчика, очень важная деталь. И резинку верхнего микрофона. Нижнего мы перенесли. Теперь, наверное, все. Включаем. Все готово. Простой ролик. Надеюсь, кому-то помог. Это у нас был LG K8 2017 года. Всем всего хорошего. Оставляйте комментарии. Хорошего дня.